Здравствуйте, большой расклад с вопросом чувства и намерения мужчины к вам до конца этого месяца. Расклад общий, и неважно, когда вы его встретили в ленте. Главное, что встретили, и главное, что именно сейчас, на момент просмотра видео, для вас актуально. Итак, здесь и вы, и мужчина рассматриваете вариант свидания. Но дело в том, что вам уже надоели бесконечные треугольники, которые мужчина хочет вам предложить. Вернее, предлагает постоянно, стабильно в разных вариантах. Мужчина хочет примирения. Тут явно вы не вместе. Посмотрите, какое большое расстояние между мужчиной и женщиной. Но, тем не менее, у девушки будет выбор, что делать с этим мужчиной, когда он напишет письмо о любви. В доме письма карта сердца, и это говорит о том, что мужчина желает примирения. О чем мужчина мечтает, о чем мужчина думает? Он хочет восстановить эту связь и, может быть, даже сделать вам какое-то предложение. Но чего будет касаться это предложение на самом деле? Скрытых моментов, карта гроб в доме креста. Это предложение будет касаться только лишь какого-либо варианта сексуального общения, не иначе. Да, мужчина испытывает страсть, но тут мужчина не свободный. Мужчина уже собрался писать вам письмо, потому что в доме дороги находится карта письмо. Вы вышли в раскладе в двух ипостасях, как сексуальная девушка, так и духовная думающая. Мужчина также вышел в двух ипостасях, но тем не менее ваша сексуальность владеет мыслями мужчины, и вы способны изменить ситуацию себе на пользу. Но каким образом? Да, мужчина, несомненно, ценит ваше присутствие в его жизни, возможно, вы девушка из его прошлого. Но смотрите, здесь после ряд заканчивается, ну, можно сказать, пустым местом. То есть, что вас объединяет? Ничего, только его желание примириться, потому что мужчина находится в доме собаки. Да, здесь мужчина хотел бы лучшего развития варианта событий, но тем не менее карта Луна в доме книги у нас говорит о том, что мужчина имеет свои определенные цели. Какие цели? Цели, прежде всего, остаться в зоне комфорта. Вы здесь приняли позицию хладнокровной. Возможно, вы уже отпустили ситуацию. Возможно, вам уже мужчина перестает быть интересным. Хладнокровной леди. Потому что вы прекрасно знаете, смотрите, вы отворачиваетесь от карты крысы. Потому что вы прекрасно знаете, какие бы шаги он ни предпринял. Даже это письмо о любви, которое он вам напишет период. Помните, мы с вами загадали до конца месяца, который он вам напишет. Вы прекрасно будете знать, какие последствия это будет иметь. Вы включаете голову, смотрите, у вас на пути крысы и лиса, обман, да? Видите, что, на каких картах сходитесь вы с его порывом страсти написать вам любовное признание. Вы от этого отворачиваетесь, потому что вы прекрасно знаете, что мужчина это будет делать тайно. Да, он, несомненно, это сделает, потому что гроб находится в доме креста. Гроб – это сокрытое, тайное что-то, да. И причем в доме гроба у нас карта якорь. Это будет постоянно. Мужчина не свободный, и вы прекрасно об этом знаете, и он не собирается что-либо менять. Постоянно, кроме того, мужчина находится в каких-то переживаниях, в каких-то сомнениях, в каких-то нестабильных эмоциях. Он запутался. Он душой хотел бы к вам, но менять ситуацию ради того, капитально менять ситуацию ради того, чтобы получить вашу любовь, мужчина на данный период не готов и всего скорее не соберется никогда. Его цель – легкие отношения. Да, удовлетворить сейчас, сию минуту. Видите, карта всадник в доме медведя, желание встретиться. А дальше уже как карта ляжет, он говорит –
Тем не менее, в действиях его, смотрите, очень важная позиция. Мужчина все будет делать тайно, все будет скрытно делать. Не покупайтесь на его признание. Да, признания в любви будут искренние, но они не будут иметь для вас тех последствий, которых бы вы желали. Подписывайтесь на мой канал. Всех люблю. За личными раскладами обращайтесь на WhatsApp или Viber. Пока-пока.